И у нас начинается второй тайм. Кубок УВЗ, посвященный 100-летию такого производства. Владимир готов! Ты один! Сейчас команда из цеха 320, черноходная, и команда цеха 930 в оранжево. Сейчас после первого тайма 4-1 лидирует действующий чемпион летнего кубка. Цеха 320. Данил, автор единственного мяча, бьет и попадает, по-моему, в каркас мяча. И вот небольшие у нас крики, эмоции, но это ж мальчик третье место. Даже игроки вот так вот ссорятся одной команды между собой. Борьба, Данил выигрывает, прострел, но вот там никого не оказалось, забыв передачу. Мяч в игре. Стук. И нарушение правил. Не надо. Фиксирует Сергей Шишкин, который вот сейчас переместился к нам и с нашей стороны судит. Помогает ему помощник Сергей Анисимов. Красно. На противоположном краю. Вот тут такой навес получился, полунавес, полудар. Но голкипер справился. Свеча над стадионом. Принимает техничный мяч Михаил. Пас на правый фланг. Артем налево. Ларусин. И вот во втором тайме у нас включили дополнительное освещение. Фонари загорелись. Стало немного посветлее. Ну, пока и так светло. Вот финал будет уже, наверное, темное время проходить. Ларусин. Ударное исполнение закруточкой. Слишком высоко. Удар за дистанцией, рикошет. Саралишин справляется. Хороший навес на Евгения. Техничный прием, выход 1-1. И удар в домик. Все идеально сделаю. Евгений Аршинов. Счет делает 5-1. Ну и передача была исполнена. Точнее. Миша. Чиногол Евгения. На центре поля. Камера в стенку. 220. Потеря. Много стен! Играет номер 47 номер. Перевод на дальнюю. Классно, пас доходит Данила, но вот удар не получился. Хороший отбор. Евгений цепляется. За мяч. Сдался в атаке. Перевод налево. Михаил. Еще комбинирует. Удар в касание от Евгения мимо. Против удара, игрок 320. Хороший дриблинг, но тут второго уже игрока пройти не получилось. Выход 1-1 у Михаила. Серия ложных движений. Уложил уже голкипера, но вот куда точно не получился. Счет напряжен у нас 5-1. 5 минут прошло второго тайма. Классный навес. Вот прием получается у 47 номера. Благодарю, конечно, партнера за такой точный кросс.
Бил на правый фланг. Но догнать мяч не получилось в этом эпизоде. Да, давай, давай, только стой назад. Аня, я, Ваня. Сам будет. Минация от Киома разбежает Снакова. Выносит мяч высоко. Вперед. Мяч 930. Выйти с обороны не получилось. Мощнейший выстрел. Дзержинский Рэмбо в этом эпизоде в полном порядке. Бывает ногой. И мимо. Даже что гол не минуем, но повезло в этом эпизоде цеху 930. Уже право. Вячеслав Смирнов. Здравствуйте. Удар попадает в стенку. И мяч уходит за пределы поля. Аут. Классный удар с разворота. Все как нужно делал полузащитник. Но вот чуть-чуть не повезло. Мяч с воротами разминулся. У нас вот потихоньку опять дождь начался. Удар пяткой, добивание мимо. Воспользовался замком. Опасный момент и вновь. Не получается забить цех 320, счет по-прежнему у нас 5-1. Слава Орлов. Хороший пас, удар. Нет, это передача обратная, классность. Все сделали, игроки 320, Вячеслав Орлов, очередной мяч с передачи Добролюбова. 6-1 на 29-й минуте встречи. Алло. Меня когда выпишут меня не из больницы, ой, не из больницы, а из больничного, мне на прием полетели, не знаю. Да, я сказал, что я на больнице. Михаил начинает атаку по правому флангу. Классный навес на Евгения. Удар рыбкой мимо. Да, уже тут на красоту. Комбинации. Отлично, у нас проходит матч за третье место Кубка ВЗ. Удар в касание. Попадает мяч защитника. Дмитрий перевод налево. Михаил на Ивана. Прожим мяч 320. Артем, подача вперед. Но тут и... Как шутит Данил. Иван не такого большого роста, что такие вот высокие передачи замыкай. Выход 1-1, удар мимо. Александр Вишнев
и тут выручает. Ну, как же сейвов он сделал себе. Видим, конечно, игру арбитера. Вратаря, вратаря, точнее. Ну, арбитра сегодня тоже в порядке. Пока что ни одной ошибки замечено не было. И после спортного эпизода. Дмитрий Бушин, перевод направо. Еще передача. Ну, вот она. Казалось бы, уже лишняя. Защитник перехватил. Подкат. И вот, по-моему, сам Данил повреждение получает. Но все в порядке, поднимается, готов продолжить матч. Классный прием, удар в касание, и тут вратарь наш Дзержинский Рэмбо тащит мяч. Отметим мы его, конечно, игру сегодняшней встречи. Много он потащил, так бы сейчас был еще крупнее. Неожиданный удар с полполя практически. Хотел застать врасплох голкипера. Но удар точно не получился. Паут разыграет C320. Неожиданная ошибка. Пас на Данила, но тут коллега по АОХЗ Планте Алмазу Марусин. Подбежал и забрал мяч до него. Знает он силы фишки. Так что не стал туда у него мяч перехватить. Пытка пробить. Там блокирует. Дмитрий Бушин хорошо поборолся, отобрал мяч. И зарабатывает очередной удар для своей команды Дмитрий Бушин. Красиво ушел от соперника на дриблинге. У нас птицы периодически на стадионе. Вороны, вороны пролетают. Небо затянуло, конечно, с утра было солнце. Но погода по-прежнему теплая. Большой дождик только вот начался, а так, в принципе, в условиях для футболистов, для зрителей, для участников матча комфортно. 6 минут осталось до завершения встречи. Счет 6-1, лидирует 320. И уже практически к этой минуте обеспечил себе бронзовую медаль, как и в зимнем розыгрыше. Иван, классный такой забросик, черпачок на левый фланг. Но чуть-чуть не хватает Михаилу. Станции дальше получить. Данил уход 1-1. Александр Вишня вновь демонстрирует мастерство, выручает за 100% эпизоде. Счет по-прежнему 6-1. 5 минут до конца встречи. Трава у нас периодически проезжает. Красивая картинка. Конечно, ВЗ. Газон вот этот в прошлом году обновили, тоже новая искусственная трава у нас вот на этих резервных картах. Ну и стадион в этом году наконец-то отреставрировали, положили
место ко мне газон, чем мы всех жителей Дзержинского района участвуем в футболу и поздравляем. Угловой удар сигнализирует Сергей Шишкин. Посмотрим, может, он из вас порадует ударом через себя. Нет, разыгрывает низом. Перевод направо. Удар внешней стороной стопы. Мощно, но не точно. Классный заброс рукой голкипера. Удар Данила поражает ближнюю девятку. Супер пушка. Данил Роской оформляет дубль 6-2. Добролюбов, перевод направо, Русин. Гушин, по центру. И этот коллективный отбор сработал. Данил Атагиев, возможно, оформил сейчас хэт-трик. Посмотрим. Нет, подает передача. Мощный удар, но тут с убойная дистанция. Не попадает, к сожалению, полузащитник. Мяч застревает в сетке. Но не ворота, а вот этой сетки защитной. Свеча над стадионом. И мяч в руки, по-моему, попадает. Да, фиксирует Сергей Шишкин. Вот Валерий Рая тоже тут присутствует, тренер спутника. Наблюдает за матчем за третье место. Он помахал. В текущем разыгрыше его подопечные уже, которых он с детства воспитывал, еще была маленькими детьми, уже вот участвует, играет в Кубке УЗ, его воспитанники Валерия Аравина. Раскачка из ворота попадает. Данила ставили одного, выход 1-1, ну классно все по мини-футбольному обыграл, дает пас, ворота пустые, и супер сейв, Дмитрий Бушин играет до конца. Кажется, супер класс. Ну, Дмитрий Бушин, вот и сын очень хорошо играет в футбол, занял, стал лучшим игроком на турнире Олега Шатова, который в этом году проходил, второй турнир уже. Так что вот такая футбольная династия у нас. В Нижнем Тагиле. Папа отлично играет, его сын. Стал лучшим игроком на турнире. Куба коллега Шатов среди детей. Данил спас время, хочет забить третий мяч. Все-таки оформить хэт-трик. Есть еще время, 1 минута. Делать счет менее крупным. Вот момент. Разворот от Данила. Удар и мяч попадает в защитника. Главный удар. Подача, хорошая подача. Комбинация ударов практически через себя, но нет. По мячу, к сожалению, игрок акцентированно не попал. Выход 1-1 у Михаила. Черпачок делает красиво, но нет, точно неэффективно.
Вперед направо. Садр. Налево уже. Удар и вновь голкипер. Действует отлично, удар с лета. Михаил точно не получается. Баба в воздухе, нарушение правил. Финзинальный не получился. Ну, точнее, получился, но даже был потерян во время исполнения. Ну, все, на 930. Атакует Данил. Последняя атака. Последняя атака, подсказал нам Сергей Шишкин. И все, на этом у нас май за третье место завершается. И будет у нас сразу награждение. Подсказывает судья. Всем не уходить. Ну, мы тоже тогда не пойдем. Награждение. Поздравляем CF320, бронзовые медали, как и зимой. Конечно же, не золото, но все равно, я думаю, приятно футболистам. Они всегда в тройке. Бабки давайте, блядь. Ребята, раз. Вот наши футболисты, кто знает третье, что это место. Лицо 30 тоже классный результат, четвертое место, впервые за много лет. А вот нагружает 320. Памятные вымпелы и грамоты. Рукопожатие. Александр Тыца. Ну и между собой, конечно, футболист тоже друг друга поздравят за хороший матч. Фото на память от Владимира Маркевича, спортивный портал «Спортак-1». Вот, все фото есть, видео. Видео тоже запишите. Команду, занявшую третье место. Ну и на этом мы заканчиваем трансляцию матча за третье место. Всем спасибо за внимание. С вами был Илья Худяков. До свидания. Удачи. Всем добрый вечер. Меня зовут Илья Худяков. Мы находимся на безъездных картах стадиона «Спутник» в Нижнем Тагиле. Сегодня 14 октября. И нам предстоит видеть матч за третье место Кубка УВЗ по футболу, посвященного 100-летию танкового производства. И матч у нас начался. Сейчас команды CF320, действующий чемпион прошлогоднего розыгрыша Кубка УВЗ, который проходил летом. И пару им составил CF930. Впервые за много лет вышедший полуфинал, только там уступил вот
и играя сегодня за третье место. Орлов, пас назад. Дмитрий Бушин на правом фланге. Вот налево. Михаил. Есть под тобой. Владимир Маркеев сегодня. Спортивный портал Спорт так один присутствует на матче. Иванович будет освещать фотографии на мероприятии. Можно будет посмотреть потом отчет. Вконтакте, в сообществе. 930 с мячом. Передачу прерывает Дмитрий Бушин. Так вот, 32 за много лет был чемпионом, но в этом году что-то у них пока что не ладится игра. Ну как не ладится, в принципе. Четвертку они попали, вот лишь в полуфинале, как и зимой, вступили по пенальти. И кажется, все равно демонстрирует свой класс, хоть и уже не в финальных играх в этом году. Бьются они за третью позицию, за бронзу. В финале сегодня мы будем наблюдать с вами матч между командами 560, действующим обладателем зимнего кубка, и командой новичком 542, который тоже все много лет, как я помню, впервые вышел не то что в полуфинал, а добрался до финала, переиграл по пенальти Грозный цех 320. Погода у нас сегодня теплая. Так вот, перед матчем небольшой дождик прошел. Так, в принципе, условия комфортные. Вот классный удар, голкипер вытаскивает мяч из девятки. Подача Данила. Удар в ближний угол. И там, по-моему, это мяч попал в забор. Я участвовал тоже в футбольных действиях. Первое касание мяча. Есть еще будет возможность. Нужно будет помочь вернуть мяч в игру. Оп! Куда ты, блядь? Эй, посмотри, блядь! Вот это очень опасный момент. Иван Русин простреливает, мяч попадает, по-моему, в руку. Нет, все-таки я помню фиксирую, значит, все было в пределах правил. Значит, скачет Михаил, техничный прием. Навязывает борьбу с защитником. Заходит за 30. Голкипер. Видит мяч ногами даже, вот так высоко полетел. Соловьев, техничный прием, но в итоге борьба и мяч сохраняет для своей команды. Снова 320 развивает свою атаку. Артем, перевод налево. Стоил. Снова пас назад никак не могут уже не раскрыть оборонительные редуты. 930. Прессингом еще тем более встречают. Очень плотно обороняется. Игроки команды в оранжевой форме. Данил получает мяч, но тут немножко замешкался и... Вообще мертв! Да как ты мог, у тебя зона свободна! Покажи это движение! Иван Лысин его и накрыл. Слава поборолся, отобрал мяч. Дальше уже вперед не получилось, будет разыгрывать. А вот Вячеслав Орлов. Фил пас под удар, удар состоялся, но мяч летает гораздо выше цели. Прошло у нас уже 5 минут. Формат матча 2 по 20, если ничто не изменилось. И счет у нас не открыт, но 0.
Пас. У нас Дил прошел. Иван технично разворачивается, обыгрывает соперника. Сейчас закладывает обманное движение. Передача в центр. Дима, пас назад. Слава. Подача в штрафную. Защитник действует надежно. Снова не торопится 220. Соперник не вытягивается, встречает на своей половине поля. Вот хороший момент. Комбинации. Гол, гол. Счет матча открыт. Евгений Аршинов забивает первый мяч и уходит на замену. Поздравления от игроков, которые были. Скамейки запасных. Один вот вступил в игру. Классный обыгрыш между ног. Домик прокинут. Вячеслав еще одного на скорости проходит. Пасует в стенку. Розыгрыш. И будет ли удар? Да, удар есть. Голкипер тащит. Пас все-таки дошел до партнера. Данил пытается сейчас идти вот от Вячеслава таким же способом на ускорение. Но пускает мяч за предел поля. Михаил не устроит, набирает скорость, выход 1-1 и красиво перекидывает. В итоге, как казалось, и голкипера, и ворота тоже. Сейчас у нас по режиму 1-0. 320 лидирует. Пошло уже 8 минут первого тайма. Ошибка на одном месте у Ивана. 100 номера. Мяч приходит 930. Стенку не проходит. Мяч 320. В локах Алмаза. Сектор выступает Иван. Играет за свою цель. Хороший мощный удар, но мимо цели. Как я помню, цех 930. Автоцех. Даже вспоминаю, в 2017 году удалось с ним съездить на турнир по мини-футболу. Качканар. Там был розыгрыш. Играли все представители цехов разных предприятий. ТМК там еще был. Качканарский. Команды тоже также предприятий, связанных с автопроизводством, автомеханика. И тогда победу держали. Качканарцы очень хорошая команда по мини-футболу. Но вообще мини-футбол в Качканаре очень развит. Спасибо команде, что взяли с собой. И хорошие такие воспоминания остались. Было в Качканаре много очень. В детстве был. И очень красивый город. Всем советую туда также съездить. Немножко у нас игра так успокоилась после забитого мяча. Преимущество 320 по владению, по моментам. Если так пытается в атаках поразить ворота соперника. Пока что вот, ну, мяча забить не получилось, но времени еще много. Счет минимальный, разрешит минимально. Все возможно. Сто 30 играет. Аут. В центре.
повязки, как у Рэмбо играет голкипер. И за 30. Хорошая комбинация, но вот прием не получился в десятке. Мяч перехвачен. Данил. С мячом посмотрит на партнера. Вот на 10 номера классно удастся. Штыка в ближний угол. И спасает вратарь. Артем подсказывает, как быстро при обороне. Хорошая подача, техничный прием, удар в касание, все классно делал полузащитник. Но вот удар точно не получился, так бы было очень опасно. Михаил пытается быстро разыграть контратаку. Он тут встречает. Данил на подборе. Удар в ближнюю девятку. Мощно, но не точно. Дальняя передача. Пытается зацепиться за нее. Удар, классный удар под перекладину. Голкипер, молодец. Переводит на головой. Вот он наш. Дзержинский Рэмбо. Герой эпизода. Хорошая комбинация. Мяч в воротах. Домашняя загадовочка. Наигранная. Схема и 2-0. Дмитрий Бушин с передачей Михаила не устроила. Увеличивает отрыв. 320, 2-0. Данил пытался пройти на дриблинге. Одного прошло, второго не получилось. И нарушение правил фиксирует арбитр. 530. Нарушает правила. Штрафной удар. У нас так потихоньку уже стемнеет. Матч начался в 5 часов. Все как должно было быть по расписанию, без задержек. А вот финал будет в 6 часов. Там, скорее всего, уже включат дополнительное освещение, фонари. И картинка уже будет такая более темная. Хороший пас на левый фланг, он полностью открыт, комбинация и мимо, как-то непонятно, с метра промахивается Евгений Аршинов. И конечно, в эпизоде этом команде 930 головы. Подача на дальнюю, вот Евгений бьет головой. Не точно. Скидка грудью. Но тут защита не деление. Артем первый на мяче. Классный пас защитник. Все-таки прерывает атакующие действия соперника. Головой удар. Синхронно так мы с Сергеем. Сказали, Сергей Шишкин зовут. Не ошибаюсь. Битер вот раз сама. На фланге бегает. Не помогает ему еще. Далее. Краю второй арбитр. Данил Боровский получил. Неприятный удар, по-моему, в лицо даже. Но все в порядке. Аплодисменты. Потом продолжит матч. Фэйрплей. Аплодисменты. Мяч 420. Уходи, уходите. Немало сегодня болельщиков собралось. Не так, конечно, много, как летом, но все-таки погода такая, осень уже, непривычно финал проводить в такой поздний период, но пришли поддержать коллеги, друзья, свои команды.
Техничный прием, пас в центр. Классные финты в стиле Рональдиньо, Бразилия. И зарабатывает шорт на 40-30. До ворот довольно близко, можно попытаться и сократить разрыв в счете. Разыгрывает удар и мимо. Начал кого не коснуться, а улетел за пределы поля. Данил уже зарабатывает в обороне. Снова классно. Ты делаешь нам игру. Самый техничный игрок. Ставится 230 удар в касание. Можно было забивать, но не получился удар. Точно. Сандра Вишня разыгрывает мяч. Хороший отбор, вот возможность. Возможность для удара, удар состоялся и супер сейв голкипера. Прыгнул в прыжке, потащил сразу мяч. А нет, все-таки касания этого не было, удар от ворот. Но все равно вот чудеса прыгучести продемонстрировал нам вратарь команды ЦЕХ-100, ЦЕХ-320. Пас удар поля, комбинирует 320. Вячеслав Орлов на правом фланге. Ошибается передача, но тут ошибку расправляет. Успел у него Струф, еще так поисполнял рулетки Зидана. Красиво смотрелось. Выход 1-1. Удар, и счет становится 3-0. Вячеслав Орлов. Класс реализует выход 1-1. Вот у нас еще и еще один фотокорреспондент появился на матч. Это фотограф корпорации ВЗ. Там тоже вот сюда встречает финальные игры. То есть у нас два уже фотокорреспондента на игре и один оператор-комментатор. Дмитрий Бушин классно обыгрывает еще одного, разворачивается и отдает пас на Михаила. Михаил красиво подкинул мяч, пробил, все по-бразильски, уже на красоту действует игроки ЦЕХа 320, ну правильно, счет 3-0, игра полностью под их контролем, почему бы не порадовать публику и получить классные видеокадры для истории. Ух ты, ошибка голкипера. Добролюбов забивает четвертый мяч. Под контролем, конечно, нашего Дзержинского Рэмбо. И забил. Данил бьется в атаку и 4-1, Данил Боровский. Что было, гол был? Просто взял, разыграл, забил. А это уже, это не наше дело было, что не играл. Расслабился ЦЕХ 320 и пропускает первый мяч. Переходим, вы что? Какая у нас перестрелочка буквально за несколько секунд обменялись командой голами. Давай, здесь, забыли! Подача шахнула слишком высоко.
А первый тайм тоже подходит к концу, уже 21 минута. Немножко добавили судьи, так оно и есть, добавили минуту. И на этом у нас первый тайм завершается, счет 4-1. Команда меняется сторонами. Небольшой перерыв перед выходом.